В эфире обзор прессы на Первом деловом. В четверг, 11 апреля, в популярных украинских изданиях. Читайте о таком. Борьба с коррупцией является 10-м принципом глобального договора ООН. Инициативы по социальной ответственности. Однако часто для компаний, заявляющих о социальной ответственности, антикоррупционная практика становится дальней родственницей, о которой редко вспоминают. Особенности в журнале «Компаньон». Инвестиционный рынок во все времена был полон легенд о громких историях успеха и не менее громких провалах, взлетах и падениях. Однако из миллионов разнообразных идей шанс быть услышанной и оцененной по достоинству выпадает лишь тысячам. На поле инвестиционных баталий правит случай. По его воле некоторым в нужный момент удается найти инвестора, но многим проектам порой бывает не суждено оторваться от земли. История становления, принципы и мотивы выбора, приоритеты и модель инвестирования бизнес-ангелов расскажут стратегии. Саммит организации быстроразвивающихся стран, который проходил в последние дни марта в южноафриканском Дурбане, поставил перед этим союзом несколько очень амбициозных задач. Страны БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская Республика – заявили, что собираются создать Банк развития и Фонд национальных валют. Бюджет Банка развития – 100 миллиардов долларов. Будет формироваться за счет взносов каждой страны. Больше всего должен внести Китай – 41 миллиард долларов. Еще 18 миллиардов – Россия. Об этом «Инвестгазета».